назад бы умотилась там. Так, почем яйцо у нас? 34. Вот это тоже понравилось. Ага, так, что у нас тут есть? Нектарин Паша. Огурцы 42, помидор чили 70 гривен, 350 грамм. Я что-то дешевку увидела, вот 59 или 90 огурцы. А вот 42, ну, да. Со скидкой. Лимон непонятно почем, не тут цены на лимон. Так, коктейльный дорогой, ну а этот так как и у нас. Видно. 90 гривен. Так, капуста 12 дорогая. Лук 23. Так. Яблоки 36-38. А это что, такие огурцы? Ого! Кто ж такие огурцы вырастил? Еще и по 55 гривен. Нет, что-то со скидочкой. Это скидка 59. Так. Так, вкусняшки. Какая скидка? О, 92 гривны. 93 гривны. Вишенка осталась, да? А полная цена 115 гривен. Так. В общем, скидочек. Так. Курочка, яба, 74, 20. Это то, что со скидкой, да? Так. Здесь это черный, сметана готовый. Черный как-то неаппетитный. Так, конфеты, конфеты, конфеты. Коробки. Чем ниже, тем дешевле принцип продаж. Ну что, ничего тут ничего интересного нет, да? Сейчас посмотрим. Плов в среднем, не сильно помню. Шашлычки, видишь, эти самые. Это получается скидочная цена, да? Печень один кусок можно подать. Печенка получается, слышишь, это сыр, сырая, готовая по 54-100 грамм, это 540. Так, курячая печенка. Нет, смотрим. Да, добрый. Такая красивая колбаска. Красивая в кавычках. Я не знаю, мне она не прищает. Тем более я еще видео посмотрела, что там в этой колбасе. Так. Так. Видишь, скидки в принципе есть, но даже со скидками не сильно хочется. Что 170? А, ну, это готовая курица, она что нужна. Так. Ну что это за колбаса? Она чоризо экстра. Ну, обмазана. Ой, смотри, какие интересные.
кабаносики с маком. Ну, на вид красиво смотрится. На вид красиво смотрится. Сырочки, сырочки. Так, это все понятно. Это все понятно. Такой аппетитный батончик. Ого! Твердый или это он зажаренный? Нет, зажаренный просто. Скидочного сегодня нет. Приятного. Так, это что у нас? Сметанник. Пожалуйста, 50% скидка. 329. И края здесь. Я же не знаю, как. Да. И что там есть, да? Да. В той икре. Так. В общем, короче, ничего интересненького. 27. Масса церковная. Да нет, дорого. 27. Это то, что уже со скидкой просроченной, значит, да? Так. У нас завтра, кстати, машина приезжает со сливками. Так, 33. Это скидочная цена. Так. 34. Ряженка. На ряженку скидки нет. Конечно, на таком вкусу какая скидка. Ладно, все тогда. Пельмешки со скидкой. 11,90. Вот и скидки. Мороженое. А там нет. Ну, 19. Ну, это... Наверное, может, это просроченное. Ну, 19 гривен, это не так. Так, пиво со скидками. А, это то, что в брошюрке. Кстати, сейчас надо взять брошюрку, посмотреть. Вафельный. А что такое? Сколько вес? 100 грамм. Там большая упаковка. Как будто воздуха напихали. Так, кока-кола закарпатское пиво. Вот акции какие-то. О, все, пиво в акциях. Пиво в акциях. Фанта без акции, а кола пепси с акцией. Так, сори. Мы туда зашли. Неинтересно, где мы зашли. Сотрелка пуста. Перчик. Ой. Молоко одноразовое, да? Это что для этого? Наверное, для кофе, да, одноразовое. Так. Ананасики, кстати, надо открыть. У нас ананасики лежат. Открыть надо. Ну что, короче, ничего я интересного не нашла. Да, этот магазин не особо интересен. Ладно, все тогда. Это что, пошли? Ой, сейчас игрушку нашла какую-то. Какую-то. Такая милота. Мягенькая такая, хорошенькая.
Не знаю, правда, сколько она стоит, платьечки. Зайка-девочка. Так, это можно разукрашивать. 33.